Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать в нашей программе «Твой путь к успеху». И сегодня мы поговорим, насколько важна молитва в бизнесе. Есть ли связь между молитвой и успехом в бизнесе? Что в приоритете – молитва или сама работа? Молитва на работе – это обязанность или свободное решение? Когда я уверовал, моя жизнь радикально изменилась. И, конечно же, это затронуло все сферы моей деятельности, в том числе и бизнес. И я понял, что если Господь стал главой моей жизни, Он должен управлять мной и моим бизнесом. Конечно же, самый главный инструмент общения с Богом – это молитва. Молитва, она имеет огромную силу, и написано, что Господь слышит молитвы. Далек Господь от нечестивых, а молитву праведника слышит. Ты слышишь молитву, к тебе прибегает всякая плоть. Многие сегодня могут сказать: «Я простой человек, я не умею молиться как пастор», и поэтому переживают, что их молитва будет не услышана. Но Священное Писание говорит иначе. Давайте откроем Священное Писание и прочитаем. «Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев». Мы видим, что Илия был человек, подобный нам. И мы видим, что человек молитвы – это человек влияния. Посмотрите на Иисуса Христа. Он всегда молился. И это изменило весь мир. И пусть это будет ярким для вас примером, чтобы вы всегда молились и никогда не унывали. Библия говорит: «Непрестанно молитесь». Это означает, что молитва важна, и от нее все зависит в нашей жизни. Часто, что-то делая в нашей жизни, мы приобретаем опыт, и впоследствии мы начинаем на него уповать. И бывает так, что опыт начинает заменять нашу молитву. Но это неверный путь. Пусть молитва станет постоянным вашим опытом. Когда я стал верующим, я стал молиться за свой бизнес. И я увидел, что благодаря молитве он стал активно развиваться. Было очевидно, что молитва и откровение, полученные от Господа, дают приумножение во всех моих делах. С тех пор я особо стараюсь уделять внимание молитве за свой бизнес и за свою работу. Испытайте и вы силу молитвы в этой сфере своей жизни. Итак, Иисус молился, Илия молился, и мы вместе с вами будем молиться, чтобы были успешны во всех делах наших. Спасибо, что были вместе с нами и смотрели нашу программу «Твой путь к успеху». В следующей программе мы поговорим о призвании.